Всем добрый вечер. Ну вот, вечером Дед Мороз такой нежный, пушистый, ласковый. Пришла управляться, а он не заходит в курятник. Он меня дожидается, он знает. Со своей, кстати, подругой ждет. Знает, что дам что-то вкусненькое. И самое интересное, что он не дерется. Он не дерется. Покормила всех. Пошла за колбасой для своего зангуча. Не удержалась, откусила. Кстати, он не голодный, я его уже кормила. А это так, чисто символически, зашла за телефоном и заодно взяла. Думаю, угостить. Ты говорил? Зангуч? Кабыся? Да. Кабыся, зангуч. Так, ну чё, я хотела вам показать вот этого ленивца. Злобного. Ну, все. Вечером мы дружим. Знаю, что они будут меня дожидаться. И специально что-то им приношу. Вон ведро наполнила. Надо же вот так вот заботиться о ней. А говорят, они глупые, ничего не понимают. Все они понимают, все. Дед Мороз! Дед Мороз! Куда ты пошел, динозаврик? Ладно, все. Всем пока. Вот такая красота на небе. Месяц Рамадан. Священное время для мусульман. Всем пока, всем здоровья. До свидания.